Так, сейчас набрасываю в любую из вас. А, вы в зону приема, да? А? В защиту. Нет, нет, нет. Вы принимаете мяч. Так, готовитесь, как нападать. Только я не подаю, я вбрасываю мяч. Поехали. Сказал, да, Свет, перед собой. Не ориентируемся на пасующих. Все время перед собой идем. Да. Смотрите, когда вы встаете, прием. У вас в голове должна засесть. А, большой. Галер, вот этот. Да, вот думайте про это. Вы выходите под мяч. Куда бы вы ни посмотрели. Мяч у тебя слева, ты смотришь сюда, слева на мяч. Но помнишь этот уровень. И делаешь движение в этот уровень. Значит, дальше. А пасующий выходит, делает рядом с собой передачу. Нападающий заказывает все время рядом с собой. Рядом. Ну или можно рядом, да. И идет туда рядом нападать. И на ту сторону мы нападаем. Сейчас не стесняйтесь, не ориентируйтесь на то, куда, как полетит мяч. Мы делаем просто быстрое движение. И сюда замах сделал, то, что мы на разминку делали, надо на быстро пришли, замахнулись и как можно быстрее кистью влепили. В сетку упадете, ничего страшного. Доводка перед собой. В точку запомнили? Да. Ле, ой, Лер, что мы должны заказать? Передачу. Рядом. Ну и приходи к Свете рядом и нападай. Да. Четче, перед собой. Давайте. На согнутых ногах. На согнутых ногах. На согнутых, на согнутых, на согнутых, на согнутых. Еще, еще, еще сгибаем. Так. Быстрее. Рядом был заказ? Да, был. Раньше приходи рядом, Свет. Ой, Лера, извини. Поехали. Так. Рядом. Стой, стой, стой. Хорошо, не складывай пальцы. Почетче, скорость включаем. Рядом. Раньше выход и быстрее. Хорошо. Очень высокое касание. Да, 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 вниз, садимся, делаем ускорение, садимся вниз. Чуть почетче, да, внизу на мыски, выходим на мыски, делаем движение только на мысках. Быстрее. Это очень низко наведено. Так, смотрите. Вы должны быть друг для друга предсказуемы. Поэтому вот мы делаем длинное движение. На пасующий, пожалуйста, сделайте хорошее. Длинное, понятное движение. На передаче то, что вы вышли. Тогда ваш на нападающий, нападающий. Я. Короткий, следующий движение. Ну, прыгай, бей. Из-под сетки выковырили мяч. Лер, будь готова все время, заряжайся. На розыгрыш заряжайся. Отдыхаем мы между розыгрышами, а не в процессе. Когда вы двигаетесь вот так, вы отдыхаете в процессе розыгрыша. Да, заряжайтесь максимальной скоростью. Поехали. Так, заряжаемся. Рядом. Быстрее. Давай. Беги, прыгай. Свет, очень не на сетку не наводи вообще. Да? Вы с сетки пока не сбиваете мячи. Соответственно, вот не ближе, чем вот эта линия. Вот сюда делать передачу. За эту линию. Поехали. Ускорение. Опять не надо наводить. Лера, очень поздно выходишь на передачу. Как только мяч полетел в Свету, да, сейчас буду бросать Свету. Готовься стартовать. Стартуешь, останавливаешься. Ускорение. Передача. И быстрее. Быстрее, это очень медленно. Нужно прийти к мячу быстрее и шлепнуть рукой. Давайте. Так, ускорение. Рядом. Давай, быстрее. Хорошо, вот сейчас. Давай еще раз. Включаем скорость. Вторую. Третью. Давай. Молодец. Молодцы. Так. Заряжаемся. Включаем. Давай.
Скорость. Максимально развиваем. Поехали. Да, да. Так. От мяч, не торопись. Как он по степени надуманный? Нормально? Да, отличный. У меня тоже есть мячик, я его решила не брать. Да. Раньше, Света, раньше приди к мячу. Ускорения нет. Это кажется, что нам нужно просто дойти и просто коснуться мяча. Не так. Нужно ускорение делать. Так, вот здесь ускорение. Замедление. Передача. Скорость. Медленно опять подняла. Не выпрямляем ноги. Пока, давайте, на согнутых ногах. На согнутых, ускорение. Тогда скорость. Заходит. Вот если ты перестанешь разгибать ноги, у тебя это уйдет. Да, то есть на согнутых ногах отлично, удобно делать. А на прямых удобно тут. Назад. На поле сомкнуть ногами. Нету. Так. Дальше. Так. Широкая скорость. Быстрее руку доставай, Лер. Не надо каждый раз проделывать вот это вот. А у вас тут ветрено вообще? Разным. Да, вот сюда вот. Ветер, да. Выдергивай руку. Утром сегодня был, да, ты натягиваешь, бывает. Да? Вчера вот вечером был ветреный. Давай. Сейчас вроде ускорение. Да? Так, ускорение. Да. Рука пошла. Опять было вот это вот. Я не верю. Да? Давайте, убираем лишнее движение. Минимальная скорость. Давай, ходи. Свет, не наводи только на сельку. Да. Вот, скорость, молодец. Быстрее, быстрее. Очень медленно. Значит, здесь тоже самое, смотри. Вы заказываете передачу. Того, чтобы пасующего стояла цель. А вы где познакомились? Вы должны двигаться. Опять куда? Питера. Пасующего стояла цель. И вы в итоге там сидите. Надо было прям среда питерских кемпов здесь. Если заказа нет, здесь вы прям много. Да. И пасующего и холодильников, и пилотов. Вы сначала видите траекторию, а потом не раньше. Раньше приходите к пасующему, заказывали рядом, ночью, громко, не было сомнений, что вы заказывали. Нанимаем, выбегаем. Там был только Влад Чернилов такой. А так здесь был местный тренер, второй период. То есть там. По организации был не топ. Молодцы. Нет, здесь опять очень общественный контроль. Не хватает времени, Свет. Не хватает времени на выпрямление рук. И на плавное движение. Я прям включаю, да, вот так причем. То есть я тебе говорю, смотри. Ты проводишь очень много времени вот на этом отрезке. И здесь к этому времени уже нет. Пробеги быстрее, выпрямь руку заранее. И плавным движением. Передай. Много места, но... Снизу полиция запрещает ставить, в итоге сама ставит. Хорошо. Есть, но там никто не ставит. Есть на вокзал еще, но на карте играют, видят еще. Я у них туда не езжу, поэтому на Кате. На Кате можно было ставить, в этом году нет. В общем, нет, одна девушка. Так, давайте маленький перерыв. Пьем. Час 20, да, или полтора? Если тренироваться, надо что-то придумывать. Какие? Да, кстати.
играют, и они играют с другими девушками. Хорошо. Сейчас стараемся разложить на всю территорию, чтобы мяч не дальше. Более смешной тяги, который выходит. Потом. Либо тычок, либо короткий накат, либо накат вдоль сетки. Да, но они, по-моему, в основном уходят в другую часть, которая вот там за зонтиком. Кто фишек попадаем? Любым. Тычком, накатом, как угодно. Если совсем неудобно, не доходите до мяча, то снизу. Да, пришли, сюда раз, получили, оп, делали движение. Вот этот, кстати, усатый, если ты в эту берлигу не добавлялась, и тоже гриф, она будет. То же самое, Света, та же самая ошибка. Очень медленно выходит к мячу, тяжело пасовать. Хорошо. Три. Заказ рядом был? Да. Забегание, Лев, четыре делай. Так, забегай, давай, 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 нет, это уже сзади нужно играть, там некуда. Не, я тебе куда-то посмотрю. А, нет, сзади. Нет, я имел в виду, если ты довела нормально, у тебя забегание в левую сторону. А я вот там уже зал. А там уже Света пасовала, уже некуда туда пасовать, ты уже за нее должна забежать. Меня учил тренер. Так, рядом. Не наводи, не наводи, Света. Сильно не наводим. Лев, не пожалуйста. Дальше самое шести. Быстрее преодолевай расстояние. Особенно, когда мяч слетел в сетке, да, у тебя еще увеличилось расстояние. А ты с той же скоростью еле-еле уйдешь. Как можно больше времени там на месте провести, а не в дороге. Все короче. Вперед уже не бьем по мячу, да? Вверх. Давай, давай, рядом, рядом, рядом. Есть задел. Четче, первое касание. Нормально, почти дошло. В атаке тоже увеличивайте длину шага, чтобы дойти до мяча. Очень близко к сетке, Лер. Да, я знаю. Я еще на себя. Почетче, давайте выкладываемся в первом касании, чтобы в среднем было попроще. Выкладываемся на первом касании. Вверх, 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 движение по мячу. Лер, сделай забегание в любом случае. Довела перед собой, забежала. У тебя выход. Четыре. Вот такой должен быть. По крайней мере, вот до сюда ты беги, вот сюда вот. Забегание. И давай. Свет, не наводи на себя. Очень много лишних движений, Лев. Вот это. Давай, 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 колени. Забегай, забегай. Четче выход. Четче под мяч. Быстрее двигайтесь тогда. Четче выходите под мяч. Меньше
меньше вперед по мячу, да, больше вверх, да. Если вы делаете накат. Забегай. Ай! Четче подстраиваемся, давайте ногами четче подстраиваемся под мяч. Хорошо. Мочара, какой вырос! Опять вот это было. Раз, два, четыре. Более согнутые ноги, быстрее доходи до мяча на передачу. Качество на передаче, давайте, ускорение. Далее. Ускорение. О. Это хорошо. А уже близко к концу. Ускорение. И вперед. И вперед долби. Вверх. Как я сейчас делал, да? По касательно к мячу. Вверх движение. Отрабатываем на первом касании, ноги не разгибаем. Четче подстраиваемся. Подстраиваемся. И вверх, вверх, вверх. Это запушка. Вверх. О. Все, вращаем мяч, да, через вверх. Не в форме. Смотрите, мы должны изучать вращение мяча. Какие движения ваши по мячу приводят к какому результату? Соответственно, вы берете мяч и начинаете делать движение. Такое движение, такое движение, такое движение, такое движение. Знаешь, вот это движение, да, оно приведет к тому, что мяч идет вперед. Такое движение. Такое движение приводит к тому, что мяч летит больше вверх. Да? То есть в зависимости от того, что вы хотите сделать с мячом, у вас воздействие идет, да? По разным точкам. Хотим длинную траекторию пологую сделать, больше по верхней части мяча, закрываем сверху. Не хотим, чтобы пологая траектория была. По задней части мяча. Через мяч. Если вы знаете эти вращения, вы можете применять. Если не знаете, то просто какое-то идет касание. И как-то мяч летит. Да. Понятно, да? Так, значит, разминаемся. Что у нас? Согнутые ноги. В паре, когда держите мяч. Как можно раньше готовимся к выходу под мяч, больше атакующих действий. И вот здесь то же самое, смотрите, так же вот вам нужно попасть, сделать короткий. Вы также в паре, когда работаете, то же самое отрабатываете короткий. Не только вот то, что вы там меня долбили сверху вниз, да, но и короткий тоже отрабатываете. То есть с передачи вы должны уметь делать не только с подброса со своего, да, но и с передачи. Вы должны уметь, ну, по крайней мере, учиться как можно быстрее. Учиться делать вот эти вот вещи просто. Потому что у нас защита ошибается в дальнюю сторону. То есть они стоят дальше, чем должны стоять. И когда вы научитесь делать вот это, вы много очков будете этим ударом заработать. Да. То есть они не очень сложные, да, но нужно технически подготовить. Все, спасибо. Молодцы. Спасибо.
Спасибо. И ускорение на передаче.